На заседании законодательного собрания Приморского края председатель региона выступил с инициативой создания новой должности министра. Парламентарии поддержали инициативу в трех чтениях единогласно. Губернатором вносится проект закона Приморского края о внесении изменений в 42-ю статью Устава Приморского края. Предлагается ввести должность министр, специальный представитель губернатора Приморского края для взаимодействия в интересах Приморского края и губернатора края с федеральными министерствами, федеральными структурами, руководство деятельностью, которое осуществляет президент Российской Федерации. Хочу обратить ваше внимание, что дополнительных финансовых ресурсов не потребуется. Приморцы-участники специальной военной операции, награжденные знаками особого отличия, смогут воспользоваться мерой социальной поддержки на приобретение жилья. Данным законопроектом предлагается предусмотреть норму о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья на территории Приморского края героям Российской Федерации, героям Приморья, без учета площади, наличия площади других субъектов Российской Федерации. Кроме того, данным законопроектом вносятся изменения в пункт 1 статьи 1 данного закона, который предусматривает распространить действие пункта закона о неучитывании этой площади с момента принятия закона. С начала 2025 года в Приморском крае будет снижен возраст льготников, которые имеют право на получение санаторно-курортного лечения. Данным законопроектом мы делаем хорошую норму, снижаем возраст тех людей, кому мы предоставляем эти путевки для санаторно-курортного лечения с 70 до 65. Это касается только неработающих граждан Приморского края. Кроме того, мы исключаем слово одиноко проживающих граждан. И кроме того, возвращаемся к старой схеме предоставления сертификатов на получение санаторно-курортного. Также на заседании законодательного собрания Приморского края продлили законопроект до декабря 2026 года о предоставлении санаторно-курортного лечения участникам специальной военной операции, получившим ранения. Диана Иванова, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.